Всем привет! Я в магазине Fix Price в отделе «Все для сада и огорода». И давайте посмотрим, что у нас есть. Смотрите, какие цветочки есть. И что-то сухое внутри. Ранункулюс. Ранункулюс. Такие даже не знаю. Сейчас посмотрю. Вы знаете, эти тоже все сухие. Может быть, здесь семена какие? Девчонки, напишите. Это что? Корни? Или семена какие-то внутри? Непонятно. Нет, здесь написано, что луковички. Обычно луковицы высаживают в конце апреля. Луковички. Но это луковички очень сухие тогда. Они непригодные, мне кажется, к посадке. А вот еще что-то. Фрезия махровая. Вот эти хорошие. Такие цветы я даже не знаю. До 100 лет дожила. Я даже не знаю, какие они из себя, эти фрезии. Фрезии это высаживают с конца апреля до середины мая. Вот такую я фрезию сейчас возьму. Я так понимаю, что она многолетняя. И очень много гладиолусов. Белых, красных. Тоже живые луковички. Хорошие. Еще есть розовые и фиолетовые. Белые. А там есть желтые. И вот какие еще. Такие луковички большие. Хорошие луковицы. Еще один цветок ацидотера. Тоже я такие не знаю. 4 штуки. И тоже неплохие. Такую, наверное, сейчас тоже возьму. Стоимость их 55 рублей. И гладиолусов. Вот этих фрезии. И вот эти я такие возьму. Тоже 55. Биотоник для рассады овощных, ягодных и цветочных культур. 3 в 1. Защита, питание и антистресс. Готов к применению. 350 мл за 99 рублей. Гумидар. Рассада. Биогумус. Жидкий органическая подкормка. Кашпо садовое. 2 видов. Есть вот такое овальное и прямоугольное за 199 рублей. А также вот такие горшки керамические разного цвета за 77, изготовленные из доломита. Горшки для цветов разных цветов за 55. А также есть вот такие за 77. С поддоном. 2,2 литра. А еще есть вот такие Лондон, 12,5 сантиметров, 1 литр. Горшочки выполнены все в красном цвете. Блестящий красивый горшочек за 55. Еще горшочки, которые можно повесить куда-то, на что-то. Там есть еще синего цвета и серого. 0,8 литра. Состав ПП и сделано в России. И, к сожалению, ценника здесь нет. Леечка. Леечки здесь уже давно. За 199. Нифига себе, леечка. И, скорее всего, даже это не леечка, а кашпо. Здесь, видите, дырки нет. Ну, так симпатичная. Горшки для рассады с крышкой подходят для выращивания любой рассады. Отверстие на крышке обеспечит необходимый воздухообмен и предотвратят излишнюю влагу. Изготовлены из ПП. Смотрите, колпачок идет. И сам горшочек. Вот такой колпачок. А здесь тоже, видите, колпачочек
колпачочек, на колпачочке еще колпачочек. Вот, я даже таких цветов не увидела. Видите? Так, идем дальше. Вот эти распылители за 55. Почему-то отзывы плохие, как бы их не хвалят. Они, говорят, недолговечные. Я купила себе вот такие ящички для рассады. Стоимость такого ящичка 27,50. Сейчас можно крышку одеть сверху, а потом, когда взойдут, можно использовать как поддон. Хорошие. Я уже не первый год ими пользуюсь, мне нравится. Так, а это у нас что? Это у нас мини-парник с торфяными таблетками. Умный огород за 55 рублей. И сколько здесь таблеток? 12 штук. Мини-кассеты. Вот, смотрите, 6 штучек за 5,50. Сегодня там ребенок капризничает. Так, а эта кассета на 18 ячеек. 18,30. Кокосовые брикеты. 4 литра за 55 рублей. А также торфяные горшочки. Почему я это все показываю? Я знаю, что сейчас все сажают рассаду. Я говорю, а он еще громче кричит. Господи, прям пришлось вмешаться. Ребенок, на ребенка надет... Господи, не могу аж говорить, расстроилась. Ребенок в капюшоне, в теплой шапке, в шарфе. Ему просто было жарко. Вот сейчас папа с ней вышел, я подошла, говорю, господи, да снимите вы с него шапку, с девочки шапку. Вот они сейчас вышли, она до сих пор кричит там. Ну, зашли в магазин, смотрите, как она укутана, ну, хотя бы капюшон снимите. Все, меня трясет, я не могу. Так, 80 на 80. Я забыла, что я говорила. И, в общем, я показываю это все. Вот, видите, не могу говорить. Это я показываю все, потому что сейчас все сажают. И кому-то, может быть, эта информация пригодится. Вот такие горшочки, 10 штук, стоят 27,50. Так, а это у нас что? Муравьед эко для уничтожения рыжих домовых и различных видов садовых муравьев. У нас яблоню муравьи атаковали и тля напала. Я не помню, чем я брызгала. Кто-то мне что-то давал. И прям хорошо помогло. А это я не знаю. Поможет, нет. Если я цену не называю, значит цены здесь нет. Ну, я так думаю, недорого. А здесь вот стоп улитка за 18,30. А это гумиоми. Бутон цветы. Это я так думаю, что когда... чтобы они распустились, наверное, эти бутоны быстрее. Для садовых растений. Да, вот, быстро раст. Без хлора написано. 27,50. Смотрим дальше. Так, антимоскитная сетка на окно. 130 на 150. Перчатки с когтями. За 77, лопатки за 55. Вот такие довольно-таки хорошенькие лопатки. Ручка такая массивная, неплохая лопатка. Ткань для мульчирования, вот для клубнички. 1,5 на 1,5 метра. По-моему, было 55. Мне еще показалось, что дороговато. Или 77 даже. Так, что здесь еще есть? Это... подставка для растений 62,5 сантиметров. Поможет легко и быстро подвязать деревья или другие растения. Ладно, мы палочки воткнем. Нить полипропиленовая крученая за 55. 250 текс разных цветов. А это декоративный подвесной кармашек для хранения мелочей. Даже вот можно цветочек поставить, кашпо, и вот что-то положить. Как будто бы
Он похож на кашму. Ну, это, конечно, полипропилен. И есть разные цвета, видите? Серенькие, розовые, зеленые. Разные. Секатор садовый для подрезки кустов, веток разных цветов за 99 рублей. Вот это немножко другой, да? Здесь какая-то пружинка. Вот. 18,5 сантиметров. А здесь немножко другая. Вот такой мини-парник. Вернее, это проращиватель для рассады 21,5 на 28,5 и 11,5 сантиметров за 199 рублей. Изготовлен из полипропилена и силикона. Я даже не знаю, как это проращивать. Сейчас картинка. Вот такая картинка. Ну, желтенькие, красненькие. А, вот оно поднимается. Ларчик-то просто открывался. Вот поближе покажу. И здесь какая-то ткань лежит еще. Видите? Ткань лежит. Очень много различных водорастворимых удобрений. Для клубники. Универсальные. Лук, чеснок, огурец. Вот для клубники хороший, наверное, за 11 рублей. Защита от пустоцвета. Стимулятор плодообразования. Тоже хорошее удобрение со стимулятором роста. 13,70. Борная кислота. Янтарная кислота. Наверное, 13,70 тоже стоит. Универсальное удобрение для комнатных растений 27,50. Рассада. Водорастворимое удобрение для подкормки овощных, ягодных и цветочных культур. Это что такое? Спорабактерин. Рассада от фитофтора и гнилей 27,50. Аминокислоты, удобрение живо для всех растений. А, вот конская сила. Мне понравилась. Я в прошлом году брала. Отличное. Помогло мне оно спасти мои перцы. Я развела и поливала за 99 рублей. Новая удобная форма. Это конский навоз. Так, а это что? А это Синклер. Комплекса болезней 2×2 миллилитра, две пластиковые ампулы. 27,50. Еще есть садовые перчатки. Оптима 4 пары за 55 рублей. Лейки вот такие есть. И желтенькие за 99. Лопаты. И тяпочки. Вот такие рыхлители, комбинированные за 55. Деревянная ручка, металлический рыхлитель. Металл выглядит не очень качественно. Спайка, видите, какая? Сейчас я вторую посмотрю. Здесь две спайки. Ужасно сделано, ужасно. Такие брать нельзя. Это на один раз. Вот такие термометры садовые за 99. У меня такая падает. Постоянно падает. На стекло цепляем, и она падает от жары. Ну и, конечно, вот эти семена. Уже все, наверное, показали. Вербена, бархатцы, бальзамин. Это что у нас? Горошек, календула, ипомея. Матиола, леон, снежный ковер, ясколка, настурция и овощи. За 7,50. А вот какие горшки.
за 77 разных цветов ярких и 1,5 литра. Яркие, конечно, красивые. Такие статуэтки, фигурки, вернее, садовые, остались только улитки. И стоят они 199. И такие кашпо еще остались. Ванночки. И двойное. За 199. На этом все. И крышки вот. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. И не забывайте нажимать на колокольчик. Пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.